Кто это там бежит? Лапулька. Сразу ко мне, да? Только врубил, это сразу ко мне. Молодец как. Так. Ну, посмотрим, что это за игра. Так. Лиза? Ой, интересно, сильно лагать будет? Это я не проверяла. Надеюсь, что нет. Где? Так, погоди, лапа. Я открою браузер. Это мне не видно чатик. Какое изображение врубить? Какой молодец. Захват. И что это ты мне тут захватываешь? Прохор, привет. Спасибо. Тоха, привет. Ты согласилась. Дискорд упал. Да, я знаю. Я заметила. Так что, если что, это, если со мной пытаетесь общаться, то это... Видимо, в чат Твича надо писать. Там даже если у меня нет трансляции, я хотя бы вижу. Бери Каэля. Погоди, погоди, дай мне чат Твича открою у себя на телефоне. Не буду же я вечно в свернутом состоянии. А что, с Дискордом? А, у Дискорда небольшие траблы из-за санкций. Их отключили от некоторых серверов. Ну, то есть они не могут людей подключить к некоторым серверам. Лолы, тебе, видимо, мало одной донатной помойки. Но я же туда не доначу, в чем проблема? Если я туда не доначу, то мне это никак не сказывается. Дело. Сейчас я вам врублю, сделаю захват. Так, захват окна, свойства. Genshin, нет, Red Shadows. Так, давай попробуем. У меня что-то как-то, какое-то странное окно захвата. Я не знаю, что с ним. I think I'll pass on this one. Эльхейн, I think he likes you. В смысле? Там уже идет? Да в смысле? Я еще это не запустилась, а оно уже идет. Погодите. А как вырубить? Где видео? Я не знаю, где видео. Видишь, все повисло. Сейчас попробую захват экрана. Строить захват видео? Нет. Захват игры, захват экрана, вот. Так. Тут что-то было в начале, поэтому давайте выйдем и запустим по новой, потому что я не видела, что там было. Ты действительно хочешь выйти? Окей. Я не знаю, она повторится.
При этом голосовую связь Discord запускает, да? Ну, это хорошо, что хоть что-то запускает. Ой, я думаю, что за звук, а эта дверь закрылась. Не знаю, стоит. А, я не знаю, кстати, тут... А, есть полный экран. ID игрока. Ой, как... А это вот, вот это все является ID игроком. Игрока. Как минимум в канал голосовой не должно. Так. Так, кого ты там сказал брать? Не пожалею. Лариум. Видео симпатично. Пожалуй, я пас. Эйлин, кажется, ты ему понравилась. Это ненадолго. Так, что у нас за способность? А как понять, что дает способность? Ну ладно, никак, видимо, да? Вот это да. Где ты научилась так стрелять? Охотилась на орков. Не испытывайте мое терпение. Еще успеешь выяснить, кто сильнее. Нужно двигаться. Четверо? Так уж и быть. Кто из вас, подлецов, готов умереть первым? У нас нет на это времени, Этель. Ладно, они твои. Ради всего живого, я рада, что ты на нашей стороне. Да-да, и мы одна счастливая команда. Поторопитесь. Чем быстрее мы доберемся, тем быстрее я справлюсь от избавлюсь от вашей команды. Смотрите по сторонам, артефакт должен быть где-то здесь. О, какой красивый, такой. Всем спокойно. У каждого дракона есть слабое место. Надо только хорошо прицелиться. Ой, ой. Нет, не пьешь. А мне нравится этот зверь. Не самый удачный финал. Что будем делать? Нападем вместе. Нас на счет три. За Тенлерию, за Орбитца. Ой, хорошо они напали, однако. Чё пьё? Я думала, что этим героям удастся победить, но я ошиблась. Они не были готовы, теперь ты продолжишь мое дело. Я восстановлю одного из погибших героев, но больше мне не хватит сил. Отныне он будет подчиняться тебе. Выбери, кого ты хочешь восстановить. За мага больше люблю играть. А нельзя его в женский пол переделать? Пол сменить? Прямо несет мобилкой. Твои литлаги, прошу тебя. Ранее
сложнее финалки, к слову, сложнее после, которые были. Навыки. Удар тьмы, уровень первый. Удар по врагу с вероятностью 80% накладывает яд 2,5% на 2 хода. Кислотный дождь, уровень 1. Атака по всем врагам за каждого убитого врага заполняет свою шкалу хода на 25%. Урон зависит от атаки. Навык после развития. Атака по всем врагам, шанс критического удара плюс 15. За каждого убитого врага заполняет свою шкалу хода на 25%. Ходов 3. Распад, уровень 1, ходов 5. Атакует случайной цели 4 раза с вероятностью 40%, накладывает яд 5% на 2 хода. Аура. Увеличивает здоровье союзников во время боя на 15%. Бери, Каэль, это имба. Беру, беру. So be it. Да будет так. Вход в королевство Таллерия. Awaken, warrior. Приветствую, воин, это твой бастион. Здесь ты можешь призывать и улучшать героев, которые будут сражаться с силой тьмы. Ты уже выбрал первого героя, но для этой миссии потребуется усилие команды. Используй загадочный осколок, чтобы призвать героев в портале. Что за загадочный осколок? 500 монет, а у меня их 50 тысяч. Призвать. Но всего 2 осколка. Отлично, ты призвал героя сильной атакой и навыками поддержки. Давай посмотрим, как он покажет себя в бою. Перейди на карту. Темный эльф. Ранг необычный. Фу, 2 звезды. Ну, я хочу еще призвать. Чего вы меня заставляете петь? Ага. Жди, я сейчас отлагаю. Компания. Behold. Это замок Кэро, место проявления короля Тайбы. Твой путь начинается здесь. Слухи утверждают, что некоторый великий и справедливый король поддался влиянию тьмы. Теперь нанесет союзникам войны, а своему народу упадок и гибель. Тебе предстоит одолеть Беннеротов короля, отыскать его и выяснить правду. Неужели великий Тайба теперь на стороне Сайрота? Глава 1. Ворота Кейрока. Мир между Кейроком и Аравией длился 11 лет. Пока король Тайба не начал кровопролитную экспансию на нейтральные земли между государствами. Чтобы оплатить военные расходы, Тайба обложил поданных непосильными налогами. Добродетельный, справедливый монарх превратился в тирана. Неужели он сошел с ума? По приказу арбитра, команда героев отправилась в путь, чтобы убедить короля остановить это безумие. Даже если для этого им придется штурмовать замок Кейрок. Кейрок хорошо защищенный крепость. Как и другие локации, он делится на уровни. Пройди все уровни и сможешь сразиться с боссом. Здесь можно посмотреть вражеских героев и выбрать команду для битвы. У каждого героя есть элемент, который делает его сильнее одних противников и слабее других. Маги сильнее духа, дух сильнее силы, а сила эффективнее против магии. Тьма — это особый элемент, у героев тьмы нет слабости против других элементов. Что за читерство? Маги сильнее духа, дух сильнее силы. Ага. Сейчас у тебя всего 2 героя, возьми их в команду. Well done. Отлично. Обрати внимание, у лидера есть навык аура. Такие навыки дают бонус всем союзникам.
Начать. The arrows above each enemy's head show how your champion's affinity matches up against theirs. Эти указатели сообщают только эффективный элемент твоего героя против каждого из соперников. Чем выше эффективность, тем сильнее атака и выше шанс нанести критический урон. Атаку прогула. Ага. Надо было, наверное, одного добить. Скорость поставь X3. Ой, я случайно свернула окно, где я вас считала, простите. Ща. Не вижу чатик. Ой, у меня чатик обновился. Сейчас вернусь. Так, это можно закрыть, наверное. Здесь. Бери средний. Так. Мы запоминаем, кто у нас свечит. Я сейчас вернусь, у меня интернет плохой. Давай. Кислотный дождь такой. Так. Награда. Excellent. Отличная работа, ты заработал первые артефакты. Артефакты — это специальные предметы, которые повышают параметры героя. Кроме того, в каждом бою герой получает опыт. Когда герой наберет достаточно опыта, он перейдет на новый уровень и станет сильнее. Зайди в коллекцию героев, чтобы найти артефакт. Здесь ты можешь посмотреть своих героев. На героя можно надеть до 6 артефактов. Выбери артефакт и экипируй его. Видишь? Герой уже стал сильнее. Более того, если собрать комплект артефактов, можно получить дополнительные бонусы или эффект. Думаю, ты готов. Возвращайся в замок Кейрок, сразись с Беннеротами и найди короля Тайбу. Мы должны узнать, действительно ли он служит тьме. Нет, я хочу вот сюда. Да, за что? Я не хочу делать все в указке. Прогор, ну ты помнишь, что ничего запретного в чат не пишем, а тут случайно можешь получить бан. Ну или мут. Одно из двух. Так, начать. Оп. А у них манна имеет конец? А, у них откат на способность. Да, типа как-то.
ее это при чем про? Ничем не могу понять. Или это у меня лаги? Погоди, возможно, это у меня лаги. Сейчас погоди, Wi-Fi проблем. Ну. Телефон. Неужели это у меня лаги? У меня не грузит. Неужели у меня лаги? Блин. Что делать? Что ты делаешь? Что тебе надо от меня? Лап. Что делать?
Ладно, останавливаю тогда трансляцию.